Итак, уважаемые, еще очередное видео. Весьма интересное видео. Интересные опыты с матками. Делятся читатели журнала 57 года, номер один. Написана такая информация. Один читатель, товарищ Милов, из пчеловодства, пишет такую информацию. Он сообщает, что 20 августа 1955 года в одном из нуклеусов у него вывелись две матки. 23 августа одна из них вылетела в сопровождении пчел около 300 грамм. Пчел с маткой поймали и посадили в новый улей. И при осмотре его на третий день товарищ Кершов обнаружил свежий засев, по-видимому, помощник. Таким образом, пишет пчеловод, я пришел к выводу, что матки могут оплодотворяться на третий день после рождения. Ну, это вот такой вот интересный опыт. Ну, обычно на седьмой день, восьмой день, это уже гарантия, где-то 80% оплодотворяется маток. Из моей практики я имею опыт, что матки, которые рано оплодотворились, а в течение 15 дней, седьмой, восьмой, десятый день, они, как правило, кладут хороший засев, плотный, нормальный, качество хорошее маток. Но те, которые матки по каким-то причинам поздно вылетели на облет, зачастую бывают, я не сказал, что все, но зачастую, очень часто бывают плохого качества. Читаем дальше. Однако этот вывод недостаточен точно, что она на третий день оплодотворилась, так как засев был обнаружен пчеловодом на шестой день по жизни матки. И вполне возможно, что спаривание закончилось лишь на сутки раньше. Некоторые авторы наблюдали случаи спаривания маток на пятый день жизни. По вопросу о сроках начала кладки яиц с молодыми матками, здесь уместно привести данные одного человека Арефьев, инкубация в матковыводном производстве, Москва, 1934 год. Это весь такой журнал, по-видимому, был в то время, который проследил 1076 маток и установил, что в условиях юга наиболее ранняя кладка яиц наблюдалась на седьмой день жизни матки. И 80% маток начинает кладку яиц в течение первых двух недель жизни. Как я уже говорил, вот подтверждение этих слов вот здесь человек подтверждает. И о поимке роя с помощью матки из чужой семьи сообщает пчеловод колхоза имени Фрунзе Татарской области Алексеев. Однажды он заметил рой, который пролетел сквозь окаймляющую пасеку насаждения и направился в поле. Пчеловод с маткой, заключенная в клеточку, догнал рой. Когда пчелы спустились ближе к земле, вошел в гущу летающих пчел, держа клеточку с маткой над головой. Некоторое время товарищ Алексеев следовал вместе с пчелами, которые постепенно начали оседать на клеточку. Затем роевню с помещенной в ней маткой пчеловод повесил на ветви молодой липы. Сюда рой сразу и привился. Таким образом, рой был пойман прямо на лету. Очень интересная информация, и практически многие пчеловоды, возможно, пользовались подобными образом и могут тоже поделиться такими, так сказать, опытные пчеловоды поделиться таким опытом. Об опыте создания многоматочной семьи рассказывает Кольцов, пчеловод-любитель из Сундар-Ядринского района Чувашской ССР. Он дал пчелиную семью трехлетних маток, то есть по 3 года маткам, их 3 штуки. Одна матка была убита на 3-е сутки после формирования этой семьи, другая примерно через 2 недели. После того, как в семье осталась одна матка, пчелы стали отстраивать трутневые ячейки. Более удачно такой же опыт провел пчеловод Пужаев из колхоза имени Хрущева Анонского района Читинской области. В середине октября он соединил в одном улье 2 семейки, занимавшие каждая по 2 улочки. Во время зимней подкормки в этом гнезде он обнаружил 2 клуба, каждый со своей маткой. В первых числах января обе матки приступили к откладке яиц, а весной в их гнездах оказалось 4 рамки расплода. Такое резкое обособление одной семьи от другой Пужаев объясняет тем, что семьи поместились в один улей поздней осенью и целостность гнезда при этом не нарушали. Об опыте двухматочного содержания пчел в колхозе Сталина Ивано-Франковского района Львовской области сообщает Смирнов.
Пчеловод этого колхоза Кульчицкий применяет двухматочное содержание пчел с 1940 года. Перед тем, как пустить маток улей, пчеловод приучает их друг к другу, сажая в специальные клеточки, разгороженные тонкой проволочной сеткой. В каждом отделении есть кормушки. Матки вначале ведут себя враждебно, но, находясь рядом в течение суток, постепенно приобретают общий запах, привыкают друг к другу, и враждебность их пропадает. Затем их пускают в разные концы гнезда. Пчеловод казак из села Негин Смотрицкого района Хмельницкой области рассказывает о своем опыте многоматочного содержания. Маток до 15 штук, которые подлежали смене заключенных порознь в клеточки, он ставил без корма в прохладное помещение на 2-3 часа. За это время формировал новую семью, взял от других семей 6 рамок расплода и пчел истряхнул с десяток рамок. После организации семьи пчеловод знакомил маток, для чего брал 2 стакана и в каждый сажал по 2 матки. Так как матки были ослаблены, то боролись они слабо и при встряхивании стакана совсем прекращали борьбу. То есть кидал маток, если они начинали грызться, он стакан этот трусил, и они там, как говорится, теряли энергию. После этого маток сажали на сот. И, прикрыв колпачком с небольшим отверстием, залепленным воском, ставили улей. Пчелы вскоре прогрызали воск, и матки выходили из-под колпачка в гнездо. В многоматочной семье быстро появился засев, рамки, с которым пчеловод отбирал для усиления других семей. Рамки эти он отбирал. Пчеловод Марков из города Острова Псковской области метил маток на цветущих медоносах и этим путем метил пчел. И этим путем определил, что пчелы двух его семей в поисках взятка залетали на расстояние до 5 километров от пастики. Так как это были самые сильные семьи, то товарищ Марков делает вывод, что чем сильнее семья, тем дальше ее пчелы могут летать за сбором нектара. Надо сказать, что пчелы могут летать на значительно большее расстояние до 7-8 километров. Однако взяток на таком удалении не имеет практического значения, так как во время лета пчела расходует большую часть нектара, который собрала на цветках. Ну, это понятно всем, что чем ближе нектар, тем, как говорится, больше меда принесут, меньше потратят на дорогу. Вот интересный рассказ вам прочитаю, называется «Медоуказчик». В тропической Африке живут птицы, отдаленно родственные дятлам и называемые медоуказчиками. Эти птицы, побуждаемые голодом и желанием добыть мед, они кушают мед, которым они питаются, инстинктивно ведут за собой людей, павианов или барсуков-медоедов, так называемых ротетелей, к гнездам диких пчел. Когда медоуказчик готов повести за собой человека, то он приближается к нему и начинает усиленно звать его своеобразным криком, состоящим из ряда стрекочущих звуков, напоминающих звук, производимый наполовину пустой спичной коробкой, сильно сотрясаемой из стороны в сторону. Как только человек приблизится на расстояние около 15 фитов или футов, к птице она взлетает с характерным налетанием на него сверху, как бы с призывом «следуй за мной». Потом птица летит к другому дереву, не сбоку от человека, но впереди, вдоль по дороге, идущей к цели. Сделав следующую остановку и усевшись на дереве, птица поджидает человека, громко зовя его, своим стрекотанием до тех пор, пока он не подойдет близко. Опять птица делает бросок и налетание на человека и отлетает вперед по направлению к гнезду пчел. И так продолжается до тех пор, пока жилище пчел не будет достигнуто. Тогда медоуказчик перестает звать человека, усаживается на дерево совсем близко к пчелиному гнезду и выжидательно смотрит, надеясь поживиться. Когда ведомый человек открывает обнаруженное гнездо пчел, забирает соты и уходит со своей ноши. Птица спускается с ветки на землю и начинает питаться кусками сотов, оставшимся лежать вокруг разоренного пчелиного гнезда.
Птица ждет этого момента очень терпеливо в течение различного времени, от нескольких минут до одного или полтора часов, а то и дольше. Точно так же поступает птица, когда зовет за собой павиана, то есть обезьяна, или барсука-медоеда. Это написал Залесский, кандидат биологических наук. Итак, друзья мои, вот такое вам видео. Нравится вам, не нравится, подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки. Ну, я постарался дать вам интересную информацию. До встречи, до следующего видео.